Слышь, бам, дарь меня как мужик. Дурак. Это чё? Ладно, давай сделаем вид, что нам интересно. А чем вы тут вообще занимаетесь? Происходят какие-то странные звуки под ванной. Господи, кто там? Короче, ребята, мы потеряли антибиотика. Вот так вот. Хай, вы на канале Magic Family, меня зовут Аня, и наш веселый зоопарк продолжается. Кошку Блюз, к сожалению, я не нашла, она где-то, как всегда, бродит, поэтому со мной сегодня три котика, которых вы все любите, если вы смотрите давно наш канал, и я поближе вас с ними сегодня и познакомлю заодно. Кстати, не забывайте подписываться, жать колокольчик и ставить лайк. Вообще, коты наши очень любят тусить в ванной, они здесь и кушают, и спать любят. Настолько они часто в ванной бывают, что даже вот здесь есть у них когтеточка, они здесь когти точат. Это кот по имени Чейз, рыжий кот, вы его все Привет. Знаете, там Сара, как всегда, поет. Это котик по имени Маленький, Привет. Красавчик. А это всеми любимый котик-антибиотик. Красавец. Привет. Черный такой вот красивый кот. Как и у собак, характеры у котов абсолютно разные. Чейз, он более такой разгильдяй, гулёна, а Маленький скорее такой любитель полежать, поспать. Вот он когти даже пошел точить. Сейчас запрыгнет. Атя. Раз и все. Типа я такой когти тут точу, пусть порадуется, снимет на видео. На дворе уже поздний вечер, и мы с Чейзиком и котиками вот тут сидим. Конечно же, коты ничего не делают, просто едят, спят, валяются и мурчат. Это да? Ты о людях, Ань? Чейз. Нет. Нет? У нас много дел, Чейз, в отличие от вас. Чейз красивый котик. Его очень любят все девочки. Еще бы. Можно спать в ванной этой ночью. Интересно, если я залезу в ванную, кто-нибудь из котов ко мне придет спать. Я один не понимаю этот их ютуб или как? Не один ты. Я тоже не понимаю ютуб. Странные двуногие снимают странные видео. Что за развлечение? Ладно, я пошел. Конечно. Канарейка там ночью вдруг запела. Антибиотик очень любит лежать вот здесь, на нижней полке. Маленький зевает. Давай будем как типичные коты для видео. Давай. У нас тут для котиков есть специальная травка, чтобы они ее грызли. Чейзик пошел травку поесть. Ей же нужно видео снять. Я такой кот, типа, скучаю такой по лету. Жду лета, хочется травки. А я такой подхожу к тебе, нюхаю тебя и спрашиваю. Чейз, ты любишь травку? А я такой, да, люблю, что, не видишь? У нас коты тоже говорящие. Коты у нас говорящие, говорит. Ага. И о чем же мы болтаем, знают ли они? Давай я такой подхожу к тебе и говорю, Чейз, хватит есть траву. Какашки будут зеленые. Ты чё, дурак маленький, я не какаю, я принц. Где ты видел, чтобы показывали, как коты какают? Тупая шутка. Ладно, проехали, поделись лучше травкой. Красавчик такой. Люди любят, когда коты играют. О, что это, что это? Это моя тень. Поурчи, Чейзик. Мыр-мыр-мыр-мыр-мыр-мыр-мыр-мыр. Чейз, смотри, ты тут травинку обронил. Я сейчас буду с ней играть, как маленький котенок. А-та-та, а-та-та-та. Чё ты сказал? Чё ты будешь делать? Играть с твоей травинкой. Смотри, какая Слышь, она. Слышь, эй, не трогай травинку. Да отстань. Слышь, отстань, Чейз. Моя травинка, мои шторы, моя когтеточка. Понял? Понял. Да ладно, ты чё, дурак? Ну, я это для видео, типа. Смотри, какой у меня хвост. Эй, слышь, не отвлекайся, я с тобой говорю. Всё, мы для видео уже поругались. Я думаю, надо ещё. Ну чё ты, блин, давай. Отстань, я сказал. Ладно, ладно. Бам! Я тебе сейчас как дам своей лапой. Мало не покажется. Какой ты хороший актер, театр плачет. Отвали. Так, молодец, давай, ударь меня как мужик, давай. Дурак. Это чё, как мужик что ли? Давай ещё. Я не буду тебя больше бить. А если я тебя? Не подходи лучше. А чё будет, если я подойду, а? Я тебе дам по морде. Ну тогда я ж тебя сам прошу, давай. Драки для слабаков. Умные решают вопросы в диалогах. Да. Я сказал нет. Уйти, какой злой котик. Ладно, все, надоело, я пошел, лучше поем. Ага, бам. Блин, напугал, Чейз. Бам по морде, бам, бам. Отстань, отвали. Ладно, ладно, все, я пошутил. Или не пошутил, и кто-то будет сейчас бит, а, маленький трусишка. Хочешь, чтобы я показал тебе свою настоящую силу мейн-куна? Или хватит, а? Не-не-не, спасибо, все, хватит, поиграли. Вот так-то. Смотри, она думает, мы будем играть с куском туалетки. Вот уже эти двуногие. Ладно, давай сделаем вид, что нам интересно. О, туалетка, какая ты интересная, давай играть. Я надеюсь, она не использованная? Вроде нет. Там? Эй, ты куда?
Я суперкот. В общем, творим тут с ребятами всякие дела. Антибиотик у нас ленивый, только хочет спать и мурчать, и не играть ни с кем, и не драться. Что такое, Чейз? Большой кот. Не такой уж и большой. И красивый. Глаза какие у него. Красивые глазки. Чейз решил поиграть со шторой. Чейз, нельзя играть со шторой. Чейз. А чем вы тут вообще занимаетесь, пока я сплю? А? Ребята, что вы тут делаете вообще? А? Антибиот, перестань задавать однообразные вопросы. А что? Мы тут кино снимаем. Кино? Как коты живут в ванной. И в беде. И чем они занимаются? И в беде, да. А маленький очень долго лежал вот так вот на унитазе надо мной, охранял меня. Пока мы здесь находимся, всю ночь происходят какие-то странные звуки под ванной. Я решила проверить, что же там такое. Как будто кто-то там храпит, посапывает. Я еще думала, это кто-то из котов издает эти звуки, похрапывает. Маленький Чейзик или антибиотик. Кто там? Там вот кто спал, храпел. Мэнни Пенни там храпела у нас под ванной. Оказывается, мы тут не только с котами. Мэнни Пенни тут пристроилась на нашу ночь с котами, да? Уже почти утро, и пока я спала, выжило солнышко. Чейзик уже знает, что мы сейчас пойдем и ждет под дверью. Мы выдержали этот челлендж. А где антибиотик? Тут его нигде нет. Там наверху тоже нету. В ванной антибиотика нету. Вот они на подоконнике, но здесь антибиотика тоже нету нигде. Под ванной тоже. И в душевой кабине. Короче, ребята, мы потеряли антибиотика. На потолке тоже, конечно же, никого нет и дыр никаких нет. Единственное подозрение, что он забрался в туалетный бачок. Ребята решили пойти позавтракать. Мэнни Пенни ест траву. Вот он где. Доброе утро. Антибиотик залез в ведро. А что? Ой, прикол. Ну, что ты туда залез? Антибиот, ты что в ведро залез? Я считаю, мы прошли этот челлендж. Я лично пошла. Ага. И вас тоже всех зову. Кто нас встречает? Что, говорит, вы тут делаете? Вот. Ставь лайк маленькому. Маленький на все это смотрит и говорит, что за пипец. Давай, Чейзик просится на улицу. Давай, Чейзик, пока.